Если вы думаете, что рабочий кабинет – это массивный стол и глубокое кожаное кресло, то ошибаетесь. Сегодня расскажем, как правильно оформить кабинет, чтобы получать от рабочего процесса максимум удовольствия и пользы. Интерьер кабинета является показателем вкуса владельца. По факту это самопрезентация, первое впечатление, которое вы произведете на своего гостя. Поэтому обустройству рабочего пространства следует уделить особое внимание. Стили рабочего кабинета формируются лаконичной мебелью, удачным освещением. В данном случае использовали передовое растровое, которое специально расположили над рабочей зоной. Также очень важна цветовая подборка стен и пола. В данном случае все оформлено в едином сдержанном стиле и классической палитре – коричнево-бежевых оттенках. Открою вам секрет. Раньше в этом помещении был склад, но благодаря продуманному дизайну и современным растровым потолкам интерьер данного кабинета, можно сказать, является показательным. Растровые потолки здесь выполняют функцию не только как ультрасовременное украшение интерьера. Главная роль – это зонирование пространства. Отмечу, что растровые потолки сделали буквально за один день. Подробнее о современных натяжных полотнах узнаем в офисе крупной производственной компании. Благодаря возможностям телевидения мы уже в офисе будем общаться с Полиной. Полина, здравствуй. Расскажи, чем интересны растровые потолки? Растровые потолки отлично подходят для зонирования пространства. Например, в кабинете можно выделить рабочую зону, плюс ко всему хорошо осветить ее. Также растровое освещение можно использовать в зонах отдыха как декоративное. Благодаря цветной ленте RGB оно создает очень красивый, иногда романтичный эффект. Поэтому растровые потолки могут оправдывать себя в любом интерьере, будь это кабинет или детская комната, кухня. Прекрасно сочетаются с другими видами натяжных потолков – двухуровневыми, цветными, с фотопечатью. И самое главное – растровое освещение актуально именно там, где нужно максимум света. Растровое освещение очень яркое благодаря тому, что там используется сверхмощная светодиодная лента. В ней увеличено количество светодиодов на 1 метр квадратный. И если говорить в целом о современных натяжных потолках, то гарантировать высокое качество проделанных работ точно могут крупные производственные компании, о чем свидетельствуют сертификаты качества материалов. На выходе вы получите не только красивый долговечный натяжной потолок, но и безопасный, экологичный. В технологии производства не используется свинец. Спонсор программы – комплекс домашних решений компания «Махаон». Внимание! Натяжные потолки от 99 рублей за квадратный метр. Каждые две недели проводятся розыгрыши среди клиентов. Есть возможность получить натяжной потолок в подарок. Звоните по телефону 228 70 88. Найти «Махаон» просто. Молоковой 5D и Вавилова 1. А также выставочные залы на проспекте Свободной 32 и Партизана Железняка 9.